Мелочь. Так, а я же вроде сделал этот квест. Еще раз нужно будет пройти туда. Ты у меня не спишь, есть патроны. Нужно еще что-то взять. Нужно пройти, в принципе. Ну, там не отъехать. Жишку тут кто-то оставил. Так, надо, наверное, одному поехать. Хоть не где-то что. О, бешеный. Блин, толстяк. Что у нас в багажнике? Есть что-нибудь? Господи, я даже канистру с собой не взял. Ты отчаянный, конечно. А пистолета? Видишь, шумность. В принципе, ты видишь. Чай. Пристройку что-то сделаю. Рэй, ты в порядке? Что случилось? Я в порядке, Микки. It was just a stumble. Споткнулся. Didn't I tell you to leave the heavy lifting to me? Споткнулся на рог. Go get some rest. You hear me? Yes, doctor. Hello, my friend. I'm holding up, all things considered. He's learning the ropes faster than I expected. Turns out he's a natural for this. Ты хочешь, получается, его за место себя оставить? Здесь доступны новые предметы. Или поговорить с ресенсами, знаешь, что у него есть на. Hello, my friend. The bad moments are outnumbering the good ones, I'm afraid. Есть такое. I'm holding up. All things considered. И что мне у тебя нужно купить? Я вот просто не понимаю. Я в прошлый раз у тебя что-то купил. И квест не зачитался. Ну, допустим, вот так. Вот. Нет? Может, с тобой поговорить? Got business with me? You got something for me? Sure. Или у вас нужно купить именно. Hello, my friend. I'm up. Еду или бензин. Давай еду возьму. Новые предметы. Hello, my friend. I'm holding up, all things considered. Понимаю. Не, ну ты забагался, походу. Таинственный радиосигнал. Ну это хрень какая-то, наверное, придумал. С ней еще нужно будет поговорить.
Может, нужно какой-то другой квест завершить прежде, чтобы торговаться. Скорее всего. Спать хочет. Торговец. А, выполнено? Просто уехать нужно было. Неплохой такой квест. Интересно, так скажем. You in here? Сам нас забачил. Снизу зомби найдет информацию в странном сигнале. Блин, там вас много, походу. А могу я к вам так вот сделать? Пираты налезли. That is one nasty screamer. Ты меня увидел, да? Yeah, it worked. Бежит. Так, не могу заснуть, но это про меня. Это не из-за зомби, это ощущение, что-то кого-то из лаборатории следит за мной. С какой-то лаборатории сбежал. Что-то нож прикольный, кстати. Какая-то сабля, мамбэ, бесшумность максимальная. Экономичность только меньше. Саблю можно тоже взять. Выйти, чтобы мы не заметили. Почему к окну подошел? Может, за ним. Сразу голову отрубил. Нормально. Нельзя. Так, ты меня не видишь, ладно? И ты меня не видишь. Все, не надо за мной бегать. Ну, можно еще скинуть, в принципе. И там должно вылететь. Там еще в доме зомбяк. Так, чтоб тебе. Давай дверь откроем. Вот куда ты побежала? Тебе нет. Nothing to find here. Побежала. Вот хорошая способность. Особенно на такой сложности. Thank you.
патроны здесь бесполезны, на самом деле, потому что еще больше помогает. Ну что, не прикольно. Ой, ну это тоже можно скинуть, в принципе, сюда. 128, 128. Хватит, я думаю. Sup, tough guy. Чё? Здорово, крутышка? Мобильная операция, раскопка. Механика, автомеханика, топливо, день присяду. Я тебя хотел убивать вроде. Ну ладно. Блин, у меня дробовик тебе наклонился с автоматом больше. Тут тоже у него шумный снова. Unless we want even more zombies around here, maybe we should quiet down a bit. Так, кто у нас жертва будет следующий? Жена, почему не в пункте? Тебя можно взять. По-моему, у нас бесполезно. Что это за способность? Нагестика. Я могу стичь. Детали в день плюс 25. Ну вот. Тоже такое спорное на самом деле. Почему задания нет? Oh, hey, I got a thought. That idea feels really sketchy to me. Так. Тайник Анастасии. Задание шерифа мы будем завершать, то или нет? Больная, куда тебе на задание? Так, давай предмет разберем, наверное, какие-нибудь. И... Блин, нет, перед тем, как разбирать, нужно поменять этот. Тогда придется помимо них что-то разбирать. Чё-то так вообще не хочу это делать сейчас. Потом. Can't do that. Можно сейчас патроны еще сделать. И... Ну так можно. А, еще добраться, типа. Чтобы у нас было плохо больше. За пистолет G45. Собрано патроны 12. Берем пистолет, что заберем. Что, блядь? А, я же прошел с тобой задание. Интересно, там дальше что-нибудь продолжение.
Так, куда ты поехал? Можно, кстати, попробовать сместить ее с должности шерифа, может тогда возобновится все это. Part of me wants to know how plague hearts control their territory. The other part just wants to destroy them. Hello, my friend. I expect you could help with these bounties. Так, стрит зомби из автоматов. Это, кстати, тоже можно взять. That won't be easy, автомат, but да? I have faith in you. Боевая винтовка. Hello, my friend. Perhaps you might help with some of these bounties. Делать различные материалы. Водным оружием. Подорвать. Сделать набор инструментов. Создать патроны или дротики 1500. Использовать канистры с горючим. Alright, guys, I'm ready to get back in the game. An excellent choice. Блин, ну третье, что у меня было. Вот ты не работаешь. Что-то, что-то компенсатор был на высотке специально. Hey neighbor, Izzy again. Remember that rogue signal we were working on? Believe it or not, I've identified it as a Red Talon broadcast. Well, sort of. Anyway, I ran into a stumbling block decoding the signal. Are you available for an assist? Ну и так давай. Понятно, ну что ли? Загадочный. So I know this ex-Red Talon guy who lives over by the fairgrounds. I figure he might know how to crack the encryption on this weird signal. Okay, you want me to swing by and pick you up? No, it's probably better if you go without me. Походу там жопа будет, да? Anyway, his name is Chavez. He's a decent guy, so you'll be in good hands. Ловище деревянный домик. Окей. Где это у нас? Ага, на другом конце карты. Замечательно просто. Ну поехали. Трон, давай сначала возьмем. По 96 даже может искать. Че за пистолет-то? Жизнь это тупик. Давай посмотрим. Ну это что-то по типу Глока, да? Хорошо, кстати, что меняется. This is Lily Ritter calling for Ray Santos. Ray, do you read me? Ray's taking a nap, Lily. There's something I can help you with? Совсем про все плохо. Oh, no, that's all right. Just tell him I said hi. Thanks, Mickey. Взяла бы уже давно к нему приехала, раз любовь морковь. Знаешь, что ему херово. А чё заглох кто-то? А, я пересел, что ли? Иди нахер.
Я сейчас кому-то дверь сломаю. Как сломаю кому-то дверь? Подожди. Не пора. А чё у вас? Не пора, такая сразу стеснялась. Hey, friend of his, he's a friend of mine. Call me Chavez. What you need? Что с ним сделал? Изби and I used to be part of the same crew. Did a lot of good stuff together. And she ended up on the wrong side of a bad decision. I get why she blames herself for what happened, but at some point you gotta learn to forgive your own mistakes. Any friend of Isby's a friend of mine. Call me Chavez. No, I. So here's the deal. I'm happy to help you out, but I was just a grunt. Only the officers had access to shit like decryption codes. Mm-hmm. Are you still in touch? Can we talk to them? Not likely. My CO died right alongside the rest of my unit, but I can take you to where she was killed. Maybe we'll find something. It was a long time ago, and I'm overdue for a visit anyhow. I'll mark the spot on your map. Пойдем. Can Cleo send me some goodies? We'll get someone to take care of it. Folks, come home now. We have a lot of creeps here about to attack. I'm coming to join you. На базу сейчас. Твою ж за ногу. So you were in Red Town, huh? What was that like? It was intense. A lot of people believing real hard that we were doing the right thing. Most of the time, I agree with them. These days... Звонулась, мать. Да. Большие молитвы. Все, в двери торговка звонит. Короче, Путин, я нашел какую-то хуйню, что добавил. Я приняла это просто.
Screamer. Нужен у тебя был этот крюком. Блин, камень. Что с происходит? Than I can count. That bike, что ли? Like Don't give up, guys. Everyone stay alert. We have more creeps heading over. Так с первого раза взяли и открыли. Там прошу. Чудеса. I should stay away from that bloater. I have a bloater inside. That cloud could take a look at what I just delivered. We can do this. Stay strong. We really came together, and it saved us. So, we're handling this new Cleo drop. You can just ignore it, okay? Copy that. Recon mission aborted. Thanks for letting us know. Да уж. Торговец. Блин, надо кого-нибудь взять из этих с чуваков. Они не помогли там, потому что там жопа будет. Че, на продаже ничего и нету?
had room for it. Давай так. Carry anymore. What do you have to trade? Sure, sounds good. Так. You know Isby. Вот козлины, конечно. Чайвс еще там отъедет на задание у меня. Вот херово. Что мне теперь делать? Хоть отменяй заново делай все. What do you have to trade? Sure, sounds good. Lot of stuff to carry.
хрень какая-то. Чем медикамент? Что надо? Ладно, вернемся на базу. Будет взять, наверное, тает жижа, чтобы быть невидимым для зомби. С ней попробовать сделать это задание. Блин, нет, один лучше возьму, хотел сказать, похеру, ну. Ни хера не похер. Ну, два возьму. Четыре вполне должно хватить. А почему нельзя сделать так?
Это интересно, кстати. А вот так вот можно сделать? Блин. Вообще печаль. Блин, а как теперь вернуть? Ну, допустим, так пусть будет. Хочется ночью туда идти. Арбалет можно, в принципе, взять, попробовать с арбалетом там что-нибудь намудрить. Кажется, там такая жопа сейчас начнется. Тоже одна заряда. Семь легких. Вообще себе представляешь, да, посмотрим. It's the end of my ammo. Где стрела? Замечательно просто. Давай лучше на 7 возьмем. I can feel his fever coming on. Better be careful. Ты болеешь, что ли? Ты можешь стоять? So, how well do you know Isby? Ты хорошо знаешь Isby. Entiendo. И все, что ли? Давай с трудом. So, how well do you know Isby? Let me see what you've got. Ты будешь со мной разговаривать? Ого, у тебя есть патронов, есть сколько. Давай купим. Идем, дружище. So, how well do you know Isby? Давай нам остальные в машину закинем. Off again. Later, everybody. Стены. Чего мы откинули? So, how well do you know Isby? What do you have to trade? Bueno. So, how well do you know Isby? Каждый раз будешь повторять. Теперь. Точно. Блин, ну 320 это слишком дорого. Конечно, взял бы, но не здесь. Поехали. У
Надеюсь, мы там не отъедем с тобой. Бензин можно еще взять. Ну что, Бенты? Что быстро истекает время. Сразу заправим. Что там пришлось? А тут что у нас? Ой, удар с беспилотника. Я, скорее всего, знаешь, что возьму вот эту? Это вообще в тему. Тем более там. Там сейчас вообще жопень будет. Тем более еще и ночь. Не нравится мне это все. Все не нравится. Поехали. Plague zombies cluster in these areas. I wasn't here when it all happened. By the time I showed up, all I could do for my team was to put them to rest. Oh my gosh. Oh my gosh. The fucking horde is on us! That's the place. Before I buried my friends, I packed away all their gear in case I ever needed it. Вы меня не видите, по идее. Офигеть, вас тут. Thanks a bunch. Классный коктейль все-таки. Злополучный медицинский лагерь. Что случилось у нас? Братики как раз. Давай, наверное, скинем какое-нибудь снаряжение. Pretty heavy. Ты уже спать не хочешь? Oh, there's some good stuff here.
пресс для патронов. Что ли, что-то обыскать? Патроны пошли. So that was a big loud fail. Сообщение о когте. Nice. Did you find the code book? Let me check it out. Тебе дать? Let me take a look and see if it's what you need. Смотрю. Держи. Yep. This is exactly what she needs. Как создать? Okay. Now, this is gonna sound mean, but it's for her own good. Trust me. Hey, Izby. You listening out there? We found the code book you need. But I'm keeping it. Wait, what? You can't do that. I need it. Seems like this is the only way I can get you to talk to me. Uh-huh. You'll get what you need out of the book. But whatever's going down, I want in. That is so not fair. She sounds mad. You sure that was a good idea? If it helps her to stop running away, it'll be worth it. That's what's up. Gracias. You really came through, amigo. Here's a little something as a reward. Take care, Ese. Что за мне дал? Ага. Три коктейля. Если тебе нравится Изби, ты хочешь с ним поговорить. Например. Теперь у тебя есть повод. Коктейль здесь прям вообще хорош. Хочу тот Запорожец достать тоже. Ставить на базу. На нас с той стороны. Конечно, победим, куда мы денемся.
Так, вот эту барышню спать уложить. Угу. Че, прибегут на базу, да? Мы тут не справимся ни хера с ними. Так, еды нужно посеять, наверное. Медикамент нужен тоже. Хотя еды у нас нормальные, медикаментов нахер морочиться. Такое казарма. Опять спальных мест не надо. Ты что-нибудь возьму? Может, мне будет стрелять. Тут вообще бесшумно у нас получается. Что, 7.62 вообще патрон есть? Сюда у нас 7.62 много, поэтому давайте я сейчас тут один. Мы же с ней бегать. We need to handle these infestations real soon, or we're screwed. Угу. По-любому. Вот едем сейчас. Кто-то еще интересный этот сила, смотри сколько. Давай и возьмем, наверное. Там от персонального глушить еще. А, этот. This is a lot of stuff to carry. Смотри, как быстро перезарядил. Это задание какое-то. Задания нет, но оно есть. Это как? Lot of infestations cropping up lately. Блин, зачем нам на линде проходить задание, когда мне на ней нужно делать шериф? Дали бы что-нибудь новое, я не знаю. Какой стам. Нахер нам линда. Слушай, зомбари. Так. Блин, ну пойдем на линию. Может, тебя раз жаловать, тогда опять появится квест. Зомби атака на нашу базу. Инкоминг. Get ready and stay ready.
Right away. Ты кто? Мисси? Васкис? Где Линда? Ну, ты показываешь, что она здесь, но ее здесь нету. Что за провокация? А, вот она ты. Ладно, у тебя там пушка веселая, давай сейчас. Убьем зомбарей. Там переключится. Сдаваться, хорошо. Тут все так тяжело, но мы не сдадимся, конечно. There's too many dead heads to handle. If you go down, take 10 of those fuckers with you. Там Джаггер все время проходит, неинтересно. О, прикол. Точку здесь какую-нибудь поставить. Ну давай, давай. Ты чё? This fucking nightmare never ends. Никогда не кончится, кошмар. Бесконечная игра. These motherfuckers down. And we're still here. Cheers to us. Нападение такое жесткое это было. That was noisy. А я же хотел тачку забрать, хоть. Я тачку заберу, потом на них переключусь. Не, этот набор я не хочу тратить. Сырская она стоит. Чтоб тебя. Че, никуда залезть не можешь, что ли? Что, яблоки написано? Стоек. Такое настроение. Неплохо. Так. Давай возьмем бензина, наверное, еще. Искать нужно что-нибудь. Кого я скину? Дурашлёп. Ну это точно не ты была.
призрак эхо, скорее всего. Блин, а бензина не осталось, что ли? Печаль, беда. Stuff. Satellite network connection failure. Insufficient signal strength. Retrying in 30 seconds. Never mind, Cleo. I'm still seeing too much bioelectric interference from local plague hearts. If I didn't know better, I'd swear they were blocking your signal on purpose. If our friendly neighbors are listening, perhaps they could help us by clearing some plague hearts from the valley. This will slow me down. Шакера поставили. О, как вы мне нравитесь. I gotta rest a sec. Да не надо тебе отдохнуть. Тебе и так хорошо. О, я в принципе нормально бегу. Тихо. Ты меня не видел. Я тебя не видел, все нормально. Can't do it. Dear God, I'm tired. Подожди, это... А, это нельзя взять. Твою саму. Я думаю, ее можно взять. Ребят, идите нахер. Я зря пришел. Патроны еще на вас тратить. Почему я думал, что ее можно взять? Красопед. Having a paper to read when I'm drinking my coffee in the morning. I also miss coffee. Блин, а чё, кончилось, что ли? Всё, потратил, охренеть. Это я, да. А, вот три есть. Настало твое время. I'm going to clear out an infestation. If we want to survive, we can't let the zombies take over our town. This one's dangerous, so you be careful, okay? Попробую. Have we decided who we're eating first when rations run low? I mean, if. Тебе съедим, если закончится. You have to talk to me eventually. Nope. I'm still mad at you for tricking me out of that code book.
Okay then. I guess I am running low on toilet paper. No, you can't. Relax, Iz. The book's not going anywhere. And neither am I. We'll both be here when you're ready. Так, коктейли давай возьмем. Still at it, huh? This is quite a load I'm carrying. Вот, не ною, а тяжело себе. Совсем тяжело. Куда ехать-то? Скопление оно там нашло где-то. Выжившие тут какие-то есть еще. Скопление наказания. О, господи. Well, I did promise myself I'd take care of that. Что с так много? See what we have here. Sure. Много, говорит, лишней взрывчатки. Nikki, it's Alexis. Bad news. I know I said I had a line on some new medicine for Ray, but it didn't pan out. I'm real sorry. Yeah, it was a long shot anyway. Thanks for trying. You be careful out there, okay? Mickey out. Okay, later. Новая награда твоя лежит, говорит, много лишней взрывчатки. Да, повесить себе и много, блин, бензина было, сейчас бы уехал. Okay, let's see what you've cool shit. Ну охренеть, да. Ничем не хотят. Вали нахер отсюда. Каким раком там бегаешь? Да чтоб тебе, сучка!
I think I just wandered into plague territory. Тебе не кажется? Сколько же вас здесь, а? That's not going to fit. Туда тебе и дорога. Sorry that took so long. You've been kicking ass lately. Мне нужно было просто сюда приехать, что ли? Не понял. Нормальный квест. Что у вас есть? No trouble while you're here, okay? Oh, okay. Hey. Would you like to trade? Yeah, okay. Хера, у вас тут арсенал. 3000, еще херили. Ну. Слишком дорого. Квест какой-то. Там Джаггер, что ли, ходит? I should take that screamer out from a distance. Ну, сколько их тут? Maybe someone would want this. Вот это просто кайф, вот такая надо. Ты как подходишь к зданию, ты его очищаешь сразу? Что? Как работает? Мне все-таки нужно их убить. Ладно, ребят, счастливо. Я, пожалуй, поеду. Bad news. Our lack of storage meant some of our supplies got ruined. Что вы там виноват? Куда ехать? Тоже чумные сердца. Ну, допустим. В чем проблема?
тогда уберу тормоз. Вот надрало тебя перейти момент в эту дорогу. Че я сказал? Здесь встань. Суки. Капец. Oh, this place is just awful. Сердце-то где? А, вот оно. Хера подбежал. I have to rest. Да, нам отдохнуть бы. Бешеный прибежал.
Any chance somebody friendly out there could give me a hand? Сейчас закончится. Залутать бы еще. Тут еще два. Иди нахер. Я на них еду, что ли? А вы что там продаете? Would you like to trade? Cool. Sounds good. Хера вы тут. Пиво продают, да? Охренеть. Джаггер еще раз. I see a juggernaut here. Вообще не круто. Окей. Окей. Ау. No room for that. Тут я тоже взял, ну да ладно. Какой кошмар. Почему заваривали? Надо будет потом опять ветер избрать. Походу что-то там сквозь там. Я где-то здесь еще мустанг, я думаю, этого забрасываю. Блять! Чай.
пойти с ним попрощаться. I'm home. Dear diary, today is the day we finally got our shit together. Yay! I'm carrying a bit much right now. Блин, ну надо второе сердце долбануть. Пойти. Ну, тут недалеко от него, в принципе, можно его и это. Ну, давай вот это сделаем. Че ты у меня все время мигаешь? У тебя же нет заданий никаких. Забагалось. Я тебя терять не хочу. Здесь сидеть. Так и не разбагаешься. Okay, Izzy here again. I am officially a genius. I've cracked our mystery radio signal, and let me tell you. У вас то вообще заданий нет, то прям одно за другим. Но это вообще нормально? Нужно их как-то, не знаю, спланировать что-то. That's pretty heavy. Куда деваться? Я патронов побольше возьму. I wonder if that's actually blood I'm tasting in the air. Mm-hmm.
знаю, я не знаю, что ты там чувствуешь. Was the last one. Ты дурак, что ли, я не понял. Видит он меня. Hard to believe this place was used by people once. Совсем конченый какой-то попался. Дверь не ломает. Time to reload. Давайте все сюда залезем. Зомби корабля. Ну ладно. Ну ладно. I should reload. I bet that hurt, huh? Куда вы все побежали? Куда бегите? I need to stop. Угу. Есть такое. Time to reload. Just keep up the pressure! Time to reload. Zombies is a fucking waste of time. Freaking meta cancer. Don't give a shit what you think.
Блин, сейчас хочется уже. That's excellent news, Cleo. It seems that interference from local plague hearts has dropped below a viable threshold for blocking your connection. Is there something else you'd like to say to our friends, Cleo? Your cooperation in this experiment has been noted. You're welcome, Cleo. Happy to help. Подожди, а где церковь? So here's the big secret about the signal I decrypted. It was a red Talon signal, all right, but they were sending it to Cleo. Cleo? Who's Cleo? Long story, but the point is, these drops were ordered like months ago. Cleo was just waiting for confirmation on the final destination, which is what we're about to do. Is? I don't understand half of what you're saying, but I trust you. These meds are fucking worthless, Ray. I gotta go find something better. That's a nice thought. But we both know nothing can help me at this point. Hey, I don't like hearing you talk like that, so knock it off. Hey there. Let me see what you've got. Sounds good. Топливо я у тебя возьму. Ну и так можно, в принципе. Ну, это навряд ли. 12 432. Слушай, ну это нормально. Нормальные цены, в принципе, приемлемые. Кофе тоже можно будет взять. Hey there. I'm trying to stay strong, but I'm not sure I can. I really am sorry about all of this. Okay, you said your piece. Now go on and let the man rest for a bit. Take it easy. Гонит меня прям. Может, я тоже крею паник сейчас сразу такие. Вали, вали. Еще обратно мы съездим, он забрал.
I don't have room for that. Red Karen has some work for you, and we'll make it worth your time. You'll have to act fast, though. There's a clock on this one. Не, пожалуй, я лучше на базу сначала. This is a lot of stuff to carry. И как отсюда выйти? Slow me down. Куда деваться? Она вообще не ломается, что ли? Да. Hey, you listening out there? Yes.
считаются еще. Таинственный. Что-то интересное будет. Человек в беде, потому канав-то давай. Red Talon. I've got a job for you, if you can handle it. Ну стой ты, господи, а? Можно с тобой поговорить? Да, стой. Should probably take a break before I fall over. А, на соседней? Ладно. Давай вот так кто-то сделаем. Да какого хера ты меня видишь, я не понимаю. Можно не бегать? Don't you worry though. Trumbull's gonna be okay. Damn straight. I got this, buddy. That's right, Ray. You just put your feet up and rest a bit. You hear me? You've earned it. Thank you, my friend. Knowing that people like you are out there saving the world, well, it gives me comfort. This is Raimundo Santos, signing off. How about I not get sick and die out here? Yep. Nice job. Consider us impressed. I need a hand here, and I am not picky about who it is. I'm coming your way, whether you like me or not.
Today, another scavenging run. Too loud. Nobody makes fun of me for being mushy, but this here feels right. Он уже кончается. Now that's heavy. Damn, too loud. Мешок с материалами надо вытащить, наверное, то он испортится. И где же вы застряли? Это кто такой? Горячий торговец? Я у тебя был вообще? Почему бы не здесь? В принципе, недорого. Тысяча 250 всего. Не боится, он еще прикольный, кстати. Ладно, я, пожалуй, воздержусь от покупок от этих. Меня не слышал. Вырежь, не слышал. We're under siege. You guys got any reinforcements? Shit, they're in real trouble.
Замот же, да? God, I am so sick of plague zombies. Бежали, Теннесси. Yep, I'm still the best. Потом у тебя где? Чуть ниже. А, это те, которые пивом торгуют, я понял. Канавцы. Ну... Да. You made it back. There's gin in the back if you need a little hair of the dog. Gin? That's twice today somebody saved my life. Опять с переконным клоном. I owe you one. Hey, what's up? Come on, make yourself at home. Help's on the way. Hold the fort. Ну и шутите, что ли? Находчивые. Через всю карту до вас ехать. Let's make a deal. Of course. Имя у тебя тоже экзотическое.
это бы я взял по-хорошему. Почему взял? Я бы его, я и возьму. Взял. Падение на базу. Поехали. Посредник тут где-то рядом еще. Не успею до последних доехать. Тебе, мразь. Пошли нахер, короче. Come on, people, let's fight. If we have a choice. Hey there, what do you know? Now she gets head off. Они бежали, блин. So these plague hearts, you were doing something about those, right? Crush a few more souls and we win! Gonna fit. Great! More fucking Z's! Hey, you. Later. Ты иди, он на вышку встанет, стреляет. Motherfuckers down. Oh look, a freak. How nice. We can't hold out much longer. We could use some help. You think we got them all? Добрый план. Это слишком много. Juggernaut. Great. Я думал справись. Скорее всего. Just crush a few more skulls and we win. And we're still here. Cheers to us.
Миссия у нас вроде судовод, да? Скорее всего. Куда я здесь остаюсь? Столб там. Нужен. Давай загляну. Блин, а ты у нас... Коцан. Ну, Марсин тогда. I should probably take a break before I fall over. Now that's heavy. Не так уж и тяжело. Initiating Haven Protocol. Test 1. Dr. Huffman, do you concur? Yes, Cleo, I concur. Let's reset parameters and try again. Так. И доехать никуда. Oh, we didn't fucking help at all. I'm so sorry. Печаль. Тут время, наверное, скорее всего, надо, чтобы он взломал. I guess it's time for me to clean up the mess you made while I was recovering, huh? То есть ты мне показываешь куда? Непонятно куда, да?
Интересно. Так, лидер. Разжаловать. Давай, наверное, до следующего раза тебя оставим, если будешь опять так вот висеть, но не будет квестов. Да придется тебя разжаловать, скорее всего. Ты, скорее всего, наверное, за... Гасишь, наверное, забагался.